Кинокомпания «Алдангар Продакшн» представляет. Жарким летом 1949 года на одной из станций Казахской степи остановился поезд. Вы что, люди, под трибунал нас хотите? Вперед! Александр Баширов. Благодарю! Ну и слава богу, нашелся. Екатерина Редникова. Кочевники. Мусульман. Нуржуман Ихтымбаев. Эй, мне мусульман, ой. Вальдемар Щепаняк. Товарищ мэр. Бахтияр Кожа. Специалист хороший. Золотые руки. Спасаясь от гибели, можно оказаться на краю земли и увидеть здесь лица людей, которые продолжают любить и верить. Дурак ты, косы, за тебя любая пойдет. Фильм Рустема Абдрашева «Подарок Сталину».